Здравствуйте, с вами Эльвира Иванова и последние новости на сегодня. Армия Новороссии информирует, что украинские силовики пошли в открытое наступление по всем фронтам. Сегодня уже нет иллюзий в том, что украинские военные будут соблюдать перемирие. Видимо, в Киеве полагают, что только с помощью масштабных атак можно расположить к себе западных партнеров и настроить их на более ощутимую поддержку кровавого режима. Ситуация в Новороссии накалена до предела. Нынешние политические власти из Киева попросту не идут на диалог, отвергая все разумные варианты разрешения кризисной ситуации. Напротив, они бросают в зону конфликта дополнительную тяжелую технику и надеются с помощью силы разрешить все споры. Киевские силовики за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Со стороны населенного пункта Счастья по селам Раевка и Обозная были выпущены 12 мин из миномета калибра 82 мм. Зафиксировано попадание в электроподстанцию села Раевка. Со стороны населенного пункта Станица Луганска из танков и БМП киевскими силовиками обстрелян район памятника князю Игорю, а также блокпост народной милиции ЛНР в районе Станицы Луганской. Произведен обстрел района Балки Крутая из минометов калибра 82 мм. На бахмутском направлении сильным обстрелом продолжают подвергаться Сокольники и Знаменка. Также обстреливаются позиции в Желобке и 31-м блокпосту. Над Луганском замечено множество беспилотников. Украинская армия расстреляла электроподстанцию на водонапорной станции, подающей воду в город, оставив Луганск без воды. Оборудование восстановлению не подлежит, а его замена дорогая и сложная. По территорию подстанции каратели били из БМП снарядами 30-го калибра. Пробитыми оказались 3 масляных котла, загорелся трансформатор. Без воды полностью остался Луганск, Ленинский и Каменногорский районы города. Киевские силовики в очередной раз провели диверсию на оккупированной ими территории, осуществив попытку подрыва гражданского объекта и обвинив в этом народную милицию ЛНР. Заявление Шкиряка о подрыве 2 пролетов моста, расположенного между Попасной и Троицким, подтверждают имеющуюся у нас информацию о начале реализации украинской стороной плана совершения серии диверсий на гражданских объектах целью обвинить в этом народную милицию, заявил председатель народной милиции ЛНР. О том, что это была именно спланированная диверсия, говорит в частности тот факт, что мост получил лишь незначительные повреждения, однако украинские СМИ, как по команде, тут же выдали информацию об этом по всем своим каналам, пояснили в народной милиции. По сообщениям разведки ЛНР, на сегодняшний день продолжают фиксироваться факты нарушений украинскими силовиками соглашений об оружии. Они продолжают завозить военную технику и личный состав ВСУ. По данным от местных жителей, в район города Северодонецк прибыло еще 700 человек из украинской армии. Известно также, что в результате ночных боев 2 бойца армии ВСУ погибли, еще 6 человек получили ранения. За истекшие сутки, по данным Минобороны ДНР, противник 191 раз открывал огонь из гранатометов, артиллерии и стрелкового оружия. ВСУ бьют по позициям ополчения и мирным кварталам на всем протяжении линии сопротивления. Под обстрелом оказались Донецк, район аэропорта, Спартак, Широкино, Ясиноватая, Веселая, Старомихайловка. Противник стреляет из тяжелого оружия. Боестолкновения продолжаются между Марьинкой и Петровским, в Жабуньках, Песках и Спартаке. Оборону на подступах к Марьинке держат бойцы бригады «Пятнашка». Саперы Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР за выходные выявили и обезвредили около 200 взрывоопасных предметов в Амросиевском районе. На подрывную площадку были выявлены и взрывоопасные предметы в количестве 196 единиц. В частности, вывезены артснаряды калибром 152, 125, 122 и 30 мм, минометные мины, выстрелы РСЗО «Град». В оккупированном киевской хунтой Мариуполе произошло очередное ДТП с участием бойцов полка «Азов». Авария произошла на перекрестке улицы Октябрьской и улицы Артема. В скорую с включенными мигалками врезался «Ланос». По словам очевидцев, бойцы «Азова» были в состоянии алкогольного опьянения. Также люди сообщают, что азовцы запрещали фотографировать ДТП. В ГАИ Мариуполя ситуацию не комментируют. Ежегодная акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла сегодня в Луганске. Активисты из молодежной организации «Булат» и члены поисковых клубов республики собрались на рассвете у пилона «Славы», где зажгли символические свечи памяти и почтили минутой молчания подвиг героев, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом.
Инициатором проведения акции «Свеча памяти» в Луганске был известный общественник, руководитель военно-патриотического объединения «Каскад» Александр Гизай, погибший во время удара украинской авиации по зданию бывшей Луганской облгосадминистрации 2 июня 2014 года. В Великую Отечественную войну погибло очень много людей для того, чтобы жили мы. Сейчас снова война, но мы память подвига наших предков чтим и горды этим. Зародившаяся в 2009 году патриотическая акция «Свеча памяти» сегодня имеет статус международной. Активным участником акции до государственного переворота в 2014 году была и Украина. В Луганске акция проходит с 2011 года. Ученые и медики Луганского медицинского университета приняли участие в работе 16-го всероссийского симпозиума «Эколого-физиологические проблемы адаптации», состоявшегося в поселке Красная Поляна города Сочи. На симпозиуме присутствовали представители всех регионов Российской Федерации, Таджикистана, Кыргызстана и других стран СНГ. Организатором мероприятия выступили Медицинский институт Российского университета дружбы народов и научно-исследовательская лаборатория «Физиология активного долголетия». В ходе симпозиума много внимания уделялось вопросам адаптации организма человека к разным социальным условиям. Также обсуждались вопросы проявления агрессивности в обществе и методик оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях. В этой связи все участники симпозиума выразили готовность помочь луганчанам в реализации их программ. Посевная кампания в ЛНР прошла с превышением плана. Засеяно в общей сложности почти 77 тысяч гектаров, 38 тысяч гектаров озимыми и 39 тысяч гектаров яровыми культурами. К настоящему времени в ходе весенних полевых кампаний все площади, которые были заактированы, засеяны зерновыми и бобовыми культурами с превышением плана на 28%. При этом остается актуальной проблема разминирования полей, на которых в больших количествах остались мины различного типа и назначения, а также другие взрывоопасные предметы. В настоящее время вопросами разминирования занимаются специалисты Корпуса народной милиции, подразделения МЧС и МВД, однако привлекаемых сил и средств явно недостаточно. Всего на территории ЛНР подлежало разминированию свыше 41 тысячи гектаров. На сегодня разминировано чуть больше половины. Аграрии ЛНР планируют в этом году собрать около 100 тысяч тонн пшеницы, что позволит не только обеспечить нужды республики, но и создать запас для временно оккупированных киевскими силовиками северных районов Луганщины. Уборка начинается по плану через 3 недели. Руководство республики поставило перед аграриями четкую задачу. Уборка и хранение зерновых должны быть обеспечены таким образом, чтобы республика была готова в любой момент накормить не только территорию ЛНР, но и ныне оккупированные районы Северо-Луганщины. Киевская власть не создает там никаких продовольственных запасов, люди там не защищены. Уникальная выставка «Под открытым небом» начала работать в Макеевке. Экспозиция развернулась на одной из самых больших площадей у центрального универмага города. Выставка «Обличение» – это 40 работ военных корреспондентов, снимавших нанесенные войной разрушения объектам инфраструктуры в Донецке, Горловке, Дебальцево. Среди снимков – кадры пылающих домов, разрушенного дворца культуры, разбитые памятники, обстрелянные школы и детские сады. Дополняют выставку огромный свиток. Это коллективное письмо жителей Донбасса президенту Украины Порошенко о тех ужасах, которые принесла региону война. Записей на свитке и письме уже несколько сотен. Экспозиция военных корреспондентов ранее прошла в Донецке, а на очереди Харцизск и Новоазовск. Радикалы из движения «Правый сектор» потребовали у киевских властей отказаться от соблюдения мирных договоренностей и восстановить наступательные операции на Донбассе. «Мы требуем от режима Порошенко отказа от минских договоренностей, восстановления наступательных операций по освобождению оккупированных территорий, кадровых изменений в Министерстве обороны и армии, справедливого показания для государственных преступников времен Януковича, реальных шагов по борьбе с коррупцией, изменения олигархической ориентированности государства на национальную», заявили в «Правом секторе». Кроме того, 3 июля боевики намерены провести марш по правительственному кварталу. В Николаеве с постамента снесли памятник Владимиру Ленину, стоявший на каботажном спуске. Судя по опубликованным фото очевидцев, памятник свалили с постамента с помощью троса. В результате он получил существенные повреждения. У статуи отлетела голова. Ранее в ночь на 20 апреля неизвестные разрисовали и стелу с изображением Владимира Ленина. Ему дорисовали казацкие усы, чуб и вышиванку.
Местные СМИ сообщали, что на проспекте Ленина в Николаеве неизвестные напали на группу активистов, отмывавших барельеф Ленина. В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между российским Росатомом и Саудовской Аравией. Общий объем инвестиций составит около 100 миллиардов долларов. Это 16 энергоблоков общей мощностью более 20 гигаватт, что свидетельствует о серьезности намерений королевства. Заключенные договоренности позволяют всестороннее сотрудничество в ядерной сфере. За подписанием соглашения сразу последовало создание координационного комитета, который приступит к работе уже в июле. На партнеров Росатома оказывают всяческое давление представители США или ЕС. На неофициальных встречах настоятельно не рекомендовали подписывать контракты с российским холдингом. Несмотря на эти неписанные санкции, количество заказов зарубежных стран на сотрудничество в области ядерной энергетики за последние годы выросло в 1,5 раза. Защита летчицы-карательницы Савченко прогнозирует вынесение подзащитно-обвинительного приговора с длительным сроком заключения. Приговор Савченко будет однозначно обвинительным и весомым – 13 лет, а может быть и больше, заявил адвокат Савченко Илья Новиков. Адвокат также сообщил, что ни его подзащитную, ни адвокатов возможность объявления такого приговора не смущает. Вместе с тем, исключая варианты оправдания Савченко, Новиков высказал мнение, что есть варианты политического решения и обмена Савченко. Свою задачу защитники Савченко видят в том, чтобы апеллировать к тем, кто, по их мнению, способен повлиять на эту ситуацию. В первую очередь, к европейцам и американцам. Около 10 атомных подводных лодок модернизируют. О планах военно-морского флота сообщил главком Виктор Черков. По его словам, работы уже идут на заводах Северодвинске и Приморье. Субмарины двух проектов имеют огромный запас, и ВМФ этим воспользовался. В результате модернизации флот получает практически новую подводную лодку. Помимо этого, наряду с модернизацией также идет проектирование субмарины пятого поколения, обладающих более широкими возможностями. По заявлению начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Михаила Смыслова, почти 100% офицеров считают службу в армии престижной работой. Морально-психологическое состояние военнослужащих анализируется ежегодно. Если сравнивать с данными за постсоветский период, то сейчас уровень морально-психологического состояния на самой высокой точке, сказал Смыслов. Если посмотреть, насколько престижно считают люди свою службу, то 97% офицерского состава служат в вооруженных силах с большим желанием. Среди военнослужащих по контракту этот показатель 83%. Раньше такого, к сожалению, не было, подчеркнул Смыслов. Иран согласился купить у России системы ПВО Антей-2500 взамен С-300. Стороны заключат контракт сразу после того, как Тегеран отзовет иск к Москве на 4 миллиарда долларов. Иран получит 5 дивизионов новейшей системы, став третьим ее обладателем после Венесуэлы и Египта. Разбирательство началось после отказа России поставить ракетные комплексы С-300 из-за введения международных санкций в отношении Ирана. Договор о поставках С-300 был заключен в 2007 году. В Греции начались протесты против мер жесткой экономии, которым принуждают правительство страны кредиторы. Более 4000 человек собрались на главной площади греческой столицы Синдагма, чтобы высказать свое недовольство. Протестующие стояли с транспарантами, на которых было написано «Нет евро», а над могилой неизвестного солдата они вывесили плакат с надписью «Нет новым соглашениям». В рядах протестующих были отмечены министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики и председатель парламента Греции. Эта демонстрация стала ответом сторонникам скорейшего заключения соглашения с кредиторами. Напомним, 18 июня оппозиционные партии провели демонстрацию, участниками которой стали около 10 тысяч человек. Совет ЕС сегодня принял формальное решение о продлении до 31 января 2016 года срок действия экономических санкций в отношении России. Санкции ЕС вводят ограничения в отношении финансирования крупных российских банков, запрещают экспорт высокотехнологического оборудования в области энергетики, а также продажу оружия и некоторых видов гражданских товаров военного назначения.
После того, как о продлении санкций стало известно, в Кремле заявили, что будут руководствоваться принципом взаимности по этому вопросу. Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов не исключил, что контрсанкции со стороны России могут быть ужесточены в ответ на продление санкций ЕС. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных фашистской неволей, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам. Граждане России, Беларуси, Луганской и Донецкой народных республик чтят память соотечественников, родных и друзей, сражавшихся за свободу. С вами была Эльвира Иванова. На сегодня все. До свидания.